Привет! Меня зовут Даша, и сегодня я рисую логотип, лого или знак для моего канала на ютубе. Это все ускоренная съемка, это не я сейчас рисую. Также я не буду болтать все видео, так что... Да. Сейчас немного расскажу об этом. Я не профессионал, я не учу нигде именно вот такое рисование на компьютере. Также я использую таблицу для рисования от Wacom. Размер медиум, если это кому-то интересно. И да, если тебе нравятся такие вот видео, не забывай поставить лайк или просто напиши комментарий, что тебе такие видео нравятся, чтобы я делала побольше таких. Ну, именно спид-арт. Еще хочу сказать, что вот это вот логотип или лого, которое я рисую, я не хотела иметь это супер... ровным и прям правильным размером, так что если ты напишешь этот знак несимметричный, я это знаю. Это было специально, и слова у меня, и буквы тоже все неправильные, потому что мне они так больше всего понравились. Так что да, не нужно писать, что то неправильно или это неправильно, потому что все это я специально сделала. Да, теперь я замолчу и включу музыку. Заранее говорю спасибо за просмотр. Все, пока! We'll be right back.